Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Найди свой путь». Вместе с вами, вместе с нашими гостями мы ищем свои мечты, преследуем свои цели и следуем своим приоритетам. Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет! И в гостях у нас сегодня девушка Алина. Алина, привет. Привет. И, девчонки, хотел вам вот что рассказать. Хотел с вами поделиться такой историей. Я вчера созванивался с одним своим старым знакомым. Молодой парень, 20 лет, но человек очень активный, активист, да, их называют? Да. И он, так скажем, пытается взять от жизни все. Он учится очень активно, он работает, еще и спортом занимается. У него девушка есть. И, вы знаете, он уделяет внимание по максимуму всему, но зачастую во всем чего-то не хватает. Вот. Бывали ли у вас, вот, Оля, у тебя были в жизни такие ситуации, когда много дел, но все равно не у меня достает? Бывало только, что я разрывалась между делами и выбором, что же мне все-таки выбрать, какое дело. Ну, получалось себе в итоге? Ну, не всегда. Иногда получалось что-то, а иногда не получалось. Поэтому приходилось все время делать выбор. Вот, Алин, у нас сегодня такая тема, называется «Бог и мои планы». То есть хотим с тобой поговорить о планах. Вот вообще расскажи о своей жизни. Бывают ли у тебя такие сложности? Ну, вообще я, наверное, чем-то похожа на того твоего друга, потому что я тоже хочу очень многое успеть сделать, но так или иначе приходится выбирать что-то, что является для меня приоритетом, потому что это невозможно просто успеть все. И даже если мне хватит времени, то, скорее всего, не хватит душевных сил, и что-то будет страдать. То есть смотри, вот ты говоришь, бывает, хватает времени, но не хватает душевных сил. То есть ты так вкладываешься в какие-то свои дела, что просто уже не остается сил на что-то другое? Ну, я имею в виду, если ты делаешь что-то с душой, то, скорее всего, ты вкладываешься на полную. Но если у тебя после этого еще одно дело, то ты, скорее всего, его сделаешь не очень качественно, потому что уже просто уставший. Алина, у меня к тебе такой вопрос. Ты успеваешь отдыхать, там, спать? Много ли ты времени тратишь на сон? Ну, а сколько часов? Ну, 7-6. Это зависит от, не знаю, периода жизни, от того, насколько нагружена учеба. Или если ко мне друзья приехали в гости, скорее всего, меньше. А дел у тебя как много? Дело. Ну, учеба. Я стараюсь немного подрабатывать. Еще в церкви нести какое-то служение. И чтобы хватало времени на семью и на друзей. Достаточно насыщенная жизнь. Ну, вообще, Алин, вот бывали ли у тебя такие случаи, когда вот тебе нужно прям какое-то чудо, тебе нужно вот успеть сделать такое дело, что-то выполнить, такой план, что кажется, что, ну, без чудес вообще не обойтись? Да, у меня было довольно-таки много таких случаев. Ну вот расскажи о каком-нибудь из них, вот о самом таком ярком. Ну, самый такой яркий случай произошел прошлым летом, когда весной я планировала, что я буду делать. Я хотела вообще поехать в Англию, потому что это моя мечта с детства. Я изучаю в университете английский язык, но это было как бы очень маловероятно, потому что финансово немного могла себе позволить, и по планам хотелось также успеть и, может быть, на море съездить, например, вожатой, и в наш христианский лагерь, в котором я выросла. И тогда я молилась, чтобы Господь усмотрел, куда мне нужно поехать, на что потратить свои силы, и так, чтобы и отдохнуть, и набраться впечатлений. И он мне помог тогда в этом. Алин, я тебя правильно понял? Ты хотела в Англию, хотела сидеть еще и на море вожатой, да. И в свой христианский лагерь, в котором ты росла, тоже хотела сидеть, и все это в пределах одного лета? Да. Угу. И ты как сказала, что ты помолилась, и Бог тебе помог? Да. Да, ты смотри, лето-то у нас еще короткое, у студентов лето-то 2 месяца, а не 3. Тогда сколько вообще длилось твое лето? В итоге оно длилось 2,5 месяца, потому что, хотя на первом курсе нам говорят то, что досрочно сдавать экзамены нельзя, но все-таки я их сдала досрочно. Где-то мне поставили автомат, где-то преподаватели пошли навстречу, ну и даже так получилось то, что сдала на отлично. То есть уже Бог изначально начал уже здесь тебе помогать в учебе, чтобы, скажем так, удлинить твое лето и исполнить все твои планы. Да, это было очень такое горячее, можно сказать, 2 недели, когда я волновалась, насколько упрямыми будут преподаватели, посчитают ли они мою причину достаточно весомой, чтобы разрешить мне сдать досрочку. А какую причину ты им называла? Лагерь. В июне я собиралась ехать сначала на море в обычный лагерь вожатой. И это была как бы причина. И как они пошли тебе навстречу? Да. То есть это было сделано вообще неофициально, потому что официально это было сделать нельзя. Вот. Но они все оказались достаточно добрые, что вообще было удивительно. Потому что некоторым девочкам приходилось 2–3 недели не уезжать домой просто ради какого-то одного экзамена, а потом они приходят, а его нету. Им поставили автомат. Найди свой путь. Алин, ты говорила, что тебе еще Бог помог вот для воплощения этих планов. Вот какую роль Бог сыграл в этом твоем лете? Но в первую очередь, я думаю, он состыковал все даты, так что я вовремя успела вернуться с моря, чтобы попасть в следующий лагерь, в христианский. Там буквально получалось то, что ночью я приезжаю из Анапы, и днем я уезжаю уже в другой лагерь. Вот. А вот скажи, как проявлялась именно эта Божья помощь? Какие-то люди с тобой связывались? Может быть, ты с кем-то познакомилась, чтобы кто-то повлиял на тебя? Вообще, мне говорили то, что 2 лагеря подряд — это очень тяжело эмоционально, потому что когда вожатый работает на полную, то он отдает всю свою любовь детям, и после этого они себя чувствуют часто опустошенными. И 2 лагеря подряд — это очень тяжело выдержать. Я не знаю, каким образом я сказала, что все-таки я хочу и туда, потому что уже невозможно было отказаться. И Господь сделал так, что когда я приехала, я оказалась на подмене. То есть я не работала на полную ставку, а просто заменяла тех, кто вожатых, кто находились на выходных. Алин, смотри, вот какой у меня к тебе вопрос. Ты ведь, когда училась, еще и подрабатывала где-то во время учебы? Ну, сейчас подрабатываю, и тогда тоже. И тогда тоже подрабатывала. Смотри, вот ты говоришь, что ты считаешь, что это Бог помог тебе выполнить эти летние планы. А ты уверен, что это именно Божья помощь? Может быть, ну, потому что ты молодая такая девушка, училась, еще и работала. А может, летом все-таки стоило отдохнуть, поберечь свои силы и приберечь себя на будущее? Пока учиться, пока не отвлекаться ни на что. Я так не думаю, потому что, ну, во-первых, на море мне хотелось ездить, и это было возможно только будучи вожатой. Поэтому так получилось, что я и отдохнула, в общем-то, и поработала. А также... Христианский лагерь, он для меня очень важен, потому что там много впечатлений, близких для меня людей, с которыми я уже через многое прошла. Я не хотела от этого отказываться. Вот, Оль, вот у меня к тебе такой вопрос. Вот ты как считаешь, вот очень многие христиане, даже активисты-христиане, которые стараются всех себя целиком посвятить какому-то Божьему делу, все равно, может быть, в период отпуска или летом, когда все отдыхают, или зимой, они стараются, ну, как я уже ранее Алине подметил, может быть, отдохнуть, собраться силами. Вот стоит ли вообще отдавать себя, даже на разрыв, как ты ранее говорила? Все-таки это христианское дело, но, может быть, стоит поберечь свои силы. Все-таки мы ведь молодые. Да в том-то и дело, что как раз-таки мы молодые. У нас еще полно сил. Я понимаю, в возрасте лет 30 и даже уже, даже в 30 еще, 30 лет все активные, молодые, у них еще много сил и энергии. И сложно сказать, в каком возрасте это убавляется, тем более, если в твоей жизни есть Бог. Как бы по себе знаю, что все равно в большинстве случаев большая часть планов, которые я хочу исполнить, которые я делаю, они получаются. И все время тоже все так складывается, что все возможно исполнить. Ну, я соглашусь с Алиной, что... То есть пока мы молодые, надо идти и сжечь. Да. Но забавно, что вы так говорите, то, что после 30 уже сил нету. Не так уж много осталось, ну, лет 10–15. Ну, я знаю некоторых людей, которые сохраняют эту энергию, которые также вместе со мной работают в лагерях, которые меня в чем-то поддерживают. У них еще есть этот огонек, хотя им и уже больше лет. Я думаю, это тоже так, то, что у них большие стремления высокие приоритеты. Вот, говоря вот об этом приоритете и о распределении времени, у меня вот такой вопрос. Вот как вы считаете, когда вот наступает вот это самое время отдыха, когда люди разъезжаются по лагерям, отдают, так скажем, весь свой досуг именно каким-то, ну, вот таким активным времяпровождением, не вот отдыхать, а вот именно, ну, вот то, что проводится в крестьянских летних лагерях. Вот на что здесь стоит уповать, вот ехать или не ехать, потому что многие думают, может быть, все-таки стоит чем-то другим заняться, может быть, посвятить свое время работе. Как можно не поехать на христианский лагерь? Ну, просто... Оль, подожди, я тебя перебью. Я к тому, что на что стоит больше полагаться? На Божью волю, что Бог тебе посоветует, или все-таки на свои личные интересы? Потому что, ну, есть такие люди, кому лагеря не интересны. Ну, смотри, лагеря, они же два типа есть. Ты либо туда едешь как ведущим, там, вожатым, наставником, либо как отдыхающим. То есть, если тут, конечно, встает выбор христианского лагеря, то, как бы, для нас, верующих, это прям самое идеальное место для отдыха, ну, по мне. Потому что там подкрепление как и духовно, и физически, и эмоционально, полный отдых идет. Угу. Алина, а ты как считаешь? Ну, есть разные люди, есть у меня некоторые друзья, которым, может быть, просто некомфортно жить в палатках. Для них у Бога есть какие-то другие планы, что-то другое приготовлено. Для них просто как бы вопрос — это узнать. Найди свой путь. Алин, а вот такой вопрос к тебе. Вот по поводу Англии мы так и не узнали. Ты съездила в Англию все-таки? Нет, в Англию я не съездила. Это оказалось в некоторых случаях слишком дорого, либо я решила, что некоторые варианты, ну, для меня не подходят. Но так получилось, что англичанка приехала сюда, и мне удалось с ней пообщаться несколько дней, попрактиковать язык. И, ну, как бы даже я была переводчиком, что ли. Угу. Смотрите, девчонки, вот такой вот у меня к вам вопрос. Если у нас предстоит выбор поехать, допустим, в лагерь, в христианский, и, например, поехать, ну, так скажем, развивать свое призвание. Ну, вот как ты хотела в Англию. Вот все-таки ты учишься на, это правильно, педагогическое, да, направление? Лингвистическое. Лингвистическое, то есть ты учишься на переводчика, да, английского языка? Нечто среднее между переводчиком и преподавателем, можно это и другое. Хорошо. И вот у тебя появляется возможность ездить в Англию, то есть тебе уже ничто не мешает, все дороги открыты, надо только там сказать «да», и все, и ты в Англии. Или снова вот выбрать какую-то христианскую деятельность, вот. Что выбрать стоит? Все-таки Англия, как мы знаем, это, ну, не каждый лет нам выпадает. Но... Вот если вдруг, даже если вдруг выпадет такая возможность, вот как ты считаешь, какое решение бы ты приняла? Я думаю, что, возможно, я бы захотела действительно поехать в Англию, но перед этим я бы спросила у Бога, точно ли Он хочет, чтобы я была там. Потому что может случиться так, что я мечтала об этом столько лет, приехала, а потом почувствовала себя не на своем месте. Там люди какие-нибудь могут быть неприветливые, про англичан говорят, что они чопорные. Поэтому, чтобы быть уверенной, я бы спрашивала его и просила дать мне ответ через близких мне людей, через семью. Или чтобы просто, если он не хочет, чтобы я там была, чтобы он просто прикрыл эту возможность. То есть ты считаешь, что все свои планы и все, что ты планируешь, обязательно надо связывать с Богом? Да. Чтобы быть на своем месте, чтобы потом ощутить, какая-то была радость в полной степени. А насколько, вот как ты думаешь, насколько глубоко надо погружаться вот, размышления насчет планов, построения планов, насколько там взять, рассматривать с Богом и свои мелкие планы, там, и крупные, или вот что-то среднее. Все-таки какие планы надо посвящать и советоваться с Богом? Насчет каких планов? Я еще хочу дополнить вопрос, Алин, смотри. Ты говорила, что у тебя могли бы возникнуть сомнения, а стоит ли поехать в Англию, но ты же наверняка советовалась с Богом, твоя ли это профессия, твое ли это призвание? Если ты в ней настолько уверена, что даже готова поехать в Англию. Я думаю то, что... Я сначала отвечу на Олину просто, ладно? Насчет планов, если я общаюсь с Богом, ну, каждый день, доверила ему свою жизнь, то в мелких планах он мне поможет точно. Мне не обязательно на этом так зацикливаться. И я могу уверенно сказать, да, я хочу этого, и доверить ему то, что он будет со мной там, где куда я пойду. Но когда дело касается каких-то грандиозных вещей, больших сумм денег, больших отрезков времени, чего-то такого действительно мощного, тогда лучше точно посоветоваться с ним дополнительно, помолиться побольше. А вообще, вот, Алина, вот если подытожить вот весь наш диалог, потому что времени у нас остается совсем мало, вообще, вот если взять твое отношение и Бога, потому что, насколько мы сейчас поняли, он играет очень решающую роль в твоих приоритетах, в планировании твоей жизни. Вот вообще, насколько, давай даже в процентном соотношении, вот на сколько процентов ты вот отдаешь в Божьи руки вообще все свои планы? Мне сложно сказать в процентах, потому что, наверное, как любой человек, я все равно продолжаю волноваться, чего-то бояться. И несколько дней мне требуется на то, чтобы сказать: Алина, вспомни все, что с тобой было, все, что Господь уже для тебя сделал в предыдущие года. Тогда все было хорошо, и сейчас все будет хорошо. Поэтому, наверное, с каждым годом это становится все легче и легче. Сейчас, наверное, процентов 80. Ну, к сотне же стремимся. Да. Конечно. Спасибо тебе, Алина, за эту беседу. И вам спасибо. Чтобы подытожить нашу программу, могу лишь сказать, что какие бы сложности у вас не было, даже если вам не хватает времени, не стоит ни в коем случае опускать руки и верить в то, что Бог вам поможет, и все в конечном счете будет улажено. С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Алина, моя девушка Оля. Меня зовут Борис. Всего доброго, пока. Найди свой путь, каким бы он ни был, зажги звезду свою на небе, и пусть она, друзья твоим светит, они тебе любовью ответят. Найди свой путь.